солнце поднималось над землей. Просыпался лес, восхищаясь розовой зарей. Над озером стоял клубился белый туман, во враге под горою шелестело листво. Луч солнца улыбался и с росой играл, особенно в прекрасный утром эти места. Опять такая же. Нет, не опять такая. Это чуть-чуть побольше уже. Тихо. Вот это уже чуть-чуть по... Ух ты, молодец. Вот такую блесенку взялась. Ты, блин, короче, сейчас попробую, блин, это... Прототечение провести на блесну, а потом поставлю воблерок. Ну, блин, не знаю. Ты, блин, как бы... Такой перекат, и ты, блин, тут... Вон, блин, капец, мелочь прям преследует его. Блин, нет, вот это уже чуть-чуть побольше. Блин, вот такая вот уже. Ух ты, иди сюда. Смотрите. Ой-ой-ой, тихо. Это уже покрупнее, это, блин, чуть-чуть. Вот такая уже. Такую розовую блесенку. Так, поставил спирхед красненький. Здесь я сказал, что, блин, на него всегда ловится, на спирхедик. Сейчас пока... Ай-яй-яй, тихо. Ну, блин, конечно, небольшая, но, блин, такой спирхедик. Блин, вот всегда ловит. Так, ну что, спирхедик, ты хоть покажешь, как надо ловить? О, была поклевища хорошая. Есть. Есть кто-то. Есть такой. И очень есть такой, похожий на пеструшку. На небольшую пеструшку. На такую. Ну, по крайней мере, на сегодня. На сегодня это вот самая большая пеструха. Вот он. Спирхедик поймал ее. Такая вот. Просто, конечно, здесь должна быть крупнее рыба. Ну, просто что есть, уж просто то и есть. Есть. О, пеструха большая. Просто эта пеструха такая уже побольше. Просто уже... Да, просто такая вот. Просто уже такая вот пеструшка большая. Просто это мальмочка. Смотрите, какая мальмочка красивая. Просто прям за глазик держалась. Тихо. Ага. Вот просто так нельзя. Вот он, спирхит. Это просто зверь сегодня он, а? Просто сейчас мы его... Мальму бить. Он так похож был светом. Просто, блядь, может, мальма большая. Просто вот пеструшка. Вот такая, чуть побольше уже, чем до этого. Просто вот она. Вот на такую. Тихо. Заляпаю сейчас мне всю камеру. Вот такая вот. На такую блесенку. Сейчас забрасываешь туда и просто вот попасть. Просто удачно попадаешь, вот. И сейчас должна быть поклевка, скорее всего, будет. Просто вот. О, она преследует ее. Плохо очки не взял. О. Тык, есть. Просто, конечно, размер, сами понимаете. О, блядь. Ой, молодец. Нормально, жить будешь. Ну, просто вот возможно, что вот просто если пойду сейчас обойду аккуратно. Я просто так сейчас и сделаю. Обойду его аккуратно и просто тупо пойду обловлю сейчас сверху его. О, это чуть-чуть покрупнее вроде как пеструшка взялась. Просто, блин. Блин, а где она вообще? Блин, а? Блин, такая покрупнее, да? Блин, просто такая. Вот просто вот эта вот уже свежеморская. Ух, молодец. Просто капец. Ух ты, прям под ногой просто. Просто такая вот уже поинтересней. Вот такая вот. Ловилась бы, интересно было ловить просто ее. Просто вот она. Тихо. Вот на такую вот блесенку. Уже такая победа, потому что место прям вообще рыбацкое. Просто, хорошая пеструшка, хорошая. Просто такая вот уже. Вот такая вот хорошая пеструшка. Просто, конечно, вообще
вот она какая, смотрите. Просто вот такие вот здесь. О, на такую блесенку. Еще просто такая же. Ну просто это поменьше, конечно. Просто удар был такой хороший от нее. Вот. Это поменьше, конечно, уже. Надеюсь, что мальма все-таки сейчас выскочит и схватит плесну. Она просто не хочет хватать. Просто тупо игнорит. О, была поклевка, хорош. О-о-о-о-о-о. Есть, есть, есть. Просто какой-то петрушачий перекат. Это просто вот на каждом забросе какая-то поклевка, либо сход. Это аккуратно взялась. Приятного аппетита! О, есть, есть. И это да, на вертушечку клюнула. И еще и пеструха не самая плохая. Вот, вертушечка. Так, смотрим, что за вертушечка. Вертушечка такая мепсовская с красными точками. И это, конечно, я не люблю их, потому что... F5-то, конечно, подальше надо забрасывать. F5-то в проводку делать дальше. По самой струе, конечно, не самый вариант хороший. Это смотрю. О, есть, есть. Ой-ой-ой, хорошая пеструха или форелька. Опять мой спирхитик сработал.
Опять-то кто-то пеструшка, наверное, такая, да? Вот такая вот пеструшка. Опять-то ж, вот она. На спирхет, как он реагирует сегодня, а? Ой. Так, поставил сейчас блесну тяжелую от Смита. Ну, посмотрим, попробуем, как она себя покажет. Сразу есть сразу. Есть пеструшка сразу, только забросил. Во, небольшая пеструшка, обычная, стандартная. Во, на такую тяжелую 12-граммовую блесну. Пеструшка. Плыви, родная. Так. Схватил. Да-да-да, кого-то хорошего взял. Это, по-моему, или ленок, или мальма. Тихо-тихо-тихо-тихо. А, это, по-моему, большой ленок. Ну, таких-то мы точно брать не будем, друзей. Опаньки, опаньки. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, ленок это уже хорошо. Значит, рыба есть. О, может, дальше ленок будет покрупнее. Вот такой на розовую блесенку взялся. Опа. Кто-то говорит, что рыбу отпускаешь, Трамир, она умирает. Мне писал там один комментарий. Прекрасно они все живут, и никто не умирает. Он бодрячком пошел. Почву. В принципе, сейчас на нее еще покидаем, посмотрим, как. В принципе, можно есть на нее сразу вот пеструшка выход. В принципе, здесь, скорее всего, небольшая, поэтому, в принципе, за этим гоняться она и не собиралась. На нее вот сразу, в принципе, на блесенку взялась. Вот она, вертушечка сработала. Красненькая. Это кто у нас? Это у нас... А, это леночек небольшой. Сейчас мы тебя отпускать будем. Вот, вертушечка сработала. А, такая красненькая. Аккуратно сейчас отпустим тебя. И пойдешь, и пойдешь. Еще есть кто-то? Вертушечка прям такая сегодня. Хорошая вертушечка. Уже жара, обед, и она все ловит еще. Вот такая пеструшка на вот такую вертушечку. Есть. Вот она прямо аж просто уже под самыми ногами взялась. Некрупная такая. Ух, уже устал говорить, какая некрупная она.